первый поворот очень быстро он прошел, очень быстро, но вот эти дергания, дергания в поворотах, по-моему, не идут на пользу. Очевидный снос. Я тем временем напомню, что ребята почему так аккуратно проходят ретардеры, потому что если они подвинут баллон, это будет начисление штрафного времени. Поэтому они стараются быть аккуратными, но тем не менее пытаются поворот пройти максимально быстро. Выходит на финишную. Ждем.